Наша история начинается в Кафедральном соборе Пизы в 1583 году. Мы здесь со студентом-медиком, 19-летним студентом по имени Галилео Галилей. Вы, должно быть, слышали о нем. В этот момент в Тоскане происходит землетрясение. Галилей замечает, что кадилы собора раскачиваются из-за движения земли. Но что он особенно заметил, так это то, что они раскачиваются с периодом, который не зависит от веса кадила, а только от длины веревки, на которой оно подвешено. Так что самое тяжелое кадило раскачивается с тем же периодом, что и легкое, если они подвешены на одинаковых веревках. Из этого наблюдения он вывел одно далеко идущее следствие, которое гласит, что все объекты падают одинаково в гравитационном поле Земли. Прежде чем мы вернемся к Галилео, давайте сделаем небольшую паузу и вспомним, что было известно к тому моменту о падении объекта. Все начинается в Греции с Аристотеля, который определил три типа движения. Естественное движение, например, движение, когда я роняю этот шарик. Вынужденное движение, например, движение этого железного шара, когда я прикладываю к нему силу. И движение третьего рода — это вращательное движение планет, звезд. Это совершенное движение, гармония сфер. Например, вы, наверное, знаете, Пифагор считал, что расстояние между планетами соответствует музыкальным интервалам. Итак, Аристотель изучал движение объектов. И он знал, мы можем это подтвердить, что отпуская перо и маленький металлический шарик, два предмета эти падают по-разному. Ясно, что шарик тяжелее и падает быстрее, чем перо. Он также проверил это и в других средах, как, например, в воде или в масле. Он заметил, что движение разное в зависимости от того, в какой среде оно происходит. Либо это воздух, вода или масло. Так что он заключил, что движение нуждается в среде. Заключил также, мы к этому вернемся позже, что вакуум невозможен, так как в вакууме движение было бы невозможно. Галилей считается отцом экспериментальной физики. Далее мы повторим один из его знаменитейших опытов — эксперимент с наклоненной доской. Он также использовал то, что мы знаем как мысленный эксперимент, то есть вымышленный эксперимент, используемый, чтобы проверить верность гипотезы или концепции. Даже и сегодня теоретики часто используют мысленные эксперименты, например, когда они изучают черные дыры, горизонт черной дыры, что происходит внутри черной дыры. Они используют мысленные эксперименты, чтобы проверить их понимание гравитации. Мы также будем использовать некоторые из этих мысленных экспериментов в течение курса. Сейчас позвольте мне проиллюстрировать, что такое мысленный эксперимент на известном примере Галилео о падении объектов. Так, у меня есть два шара, стальной и два стальных шара, большой и маленький. Давайте проверим, как они падают. Вы, возможно, представляете, или ваша интуиция вам подсказывает, что этот шар тяжелее, так что он падает быстрее, чем маленький. Галилео говорит вам, что если вы так считаете, то если вы положите шары в пакет, тогда этот шар будет замедлен маленьким шаром. И в итоге два шара упадут медленнее, чем тяжелый шар.
Давайте это проверим. Итак, ваше заключение было, что пакет с двумя шарами падает медленнее, чем тяжелый шар отдельно. То есть это значит, что пакет с двумя шарами, который тяжелее, чем каждый по отдельности, падает медленнее, чем один тяжелый шар. Так что вы видите, что цепочка рассуждений привела к противоречию. Это показывает, что гипотеза, с которой вы начали, неверна. Вы должны пересмотреть свои взгляды на падение объектов в гравитационном поле Земли. Ну а теперь настоящий эксперимент. Галилео заметил, что когда мы роняем предметы, движение очень быстрое и сложно что-либо измерить. Конечно, можно подняться на Пизанскую башню. Ну, кстати, он это и сделал. Но даже и в этом случае нужно потратить изрядно времени, чтобы подробно исследовать движение различных объектов. Так что он предложил другой эксперимент. Чтобы замедлить движение, можно использовать наклонную плоскость, как, например, эта доска. Так можно исследовать движение в деталях. Также можно использовать разные доски. Можно использовать грубую доску, или полированную, или ледяную, так, чтобы увидеть эффект от трения. Потому что, конечно, на доске-то трение больше, чем в воздухе. Но мы можем менять трение на доске, используя разные поверхности. Также, конечно, можно сравнить движение двух разных объектов, например, этого деревянного шара и стального шара, отпуская их одновременно. Итак, они скатились к нижнему краю доски примерно в одно и то же время. Они двигались одинаково вдоль наклоненной доски. Давайте опишем этот эксперимент на доске. Итак, вот наша наклонная плоскость. Мы отпускаем шар. Он скатывается вниз. Он достигает пола и дальше катится вперед. Теперь давайте представим, что мы поставим другую доску, наклоненную в другую сторону, на некотором расстоянии от первой. Тогда шар прокатится вперед и въедет немножко вверх по второй доске. Если бы трения не было, шар бы достиг вот этой позиции на той же высоте. Но так как трение существует, шар не достигает этой высоты. Производя опыты с разным трением на грубой доске, на ледяной доске и так далее, Галилео пришел к выводу, что если бы трения не было, шар бы достиг той же высоты. Теперь давайте представим, что наклон второй доски меньше. Она менее наклонена, и, конечно, чтобы достичь той же высоты, шар должен проехать большее расстояние. Так что, чем меньше наклонена доска, тем дальше направо укатится шар в отсутствие трения. И, наконец, если мы опустим ее полностью, Галилео заключает, опять же, в отсутствие трения,
Галилео заключает, что шар будет двигаться вечно, так как он стремится достичь той же высоты, но не может, так как нет никакого подъема. Так что шар будет двигаться вечно. Это то, что мы называем инерция. Это сопротивление изменению движения. Шар движется с постоянной скоростью вечно. Итак, мы теперь вернемся к примеру с маятниками, которые были стартовой точкой всей этой истории. Как видите, вот это движение здесь не сильно отличается от движения маятника. Просто представьте, что вот это кадило, а это веревка, к которой оно привязано. И вот это движение здесь напоминает движение, которое заметил Галилей в кафедральном соборе Пиза. И вы видите, что ситуация очень похожа. То, что он изучал в соборе, и то, что мы изучаем здесь. Итак, мы только что увидели, что, изучая движение падающих объектов, Галилео обнаружил новый принцип, который он назвал принципом инерции. Принцип инерции гласит, что если на объект не действует какая-либо внешняя сила, он будет двигаться с постоянной скоростью, в постоянном направлении.